Здравствуйте, уважаемые зрители! Мы искренне рады приветствовать вас на нашем канале. 2021 год по-прежнему продолжает уносить жизни великих людей. Регулярно к нам поступают новости о судьбах наших любимых артистов. Ранее мы уже сообщали, что не стало таких известных артистов, как Леонид Борткевич, Олег Марусев, Алексей Артамонов. Это были люди, чей вклад в развитие отечественного искусства можно смело назвать колоссальным. Все мы понимаем, что это большая невосполнимая потеря для нашей страны. Ведь уходят навсегда самые лучшие, самые талантливые артисты, и никакие слова и слезы не вернут их обратно. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким ушедших артистов. Память о них навсегда останется в наших сердцах. Буквально недавно пришла еще одна печальная новость. После борьбы с тяжелым заболеванием в возрасте 53 лет умерла финалистка «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашидова. Женщина скончалась 13 апреля в Нижнекамске, но известно об этом стало только сейчас. По словам Дили Абдрашидовой, свой дар она унаследовала от прадеда, известного калмыцкого шамана. Стоит признать, она была неоднозначной персоной. Одни называли ее мошенницей, другие говорили, что она многим помогла.